Быстренько пробегусь по позициям. Первая позиция – это фокус на сегодняшний день. Что стоит на пути у вас в реализации ваших мечты и целей? Что у вас в подсознании? Что у вас было в будущем, в прошлом, в ближайшем, что уходит? Что в сознании? Что приходит? Как вы себя представляете миру, я вам потом покажу карты, как мир реагирует на вас и видит вас, какие у вас есть желания, мечты, страхи, и совет от карт Таро, или может быть, возможный исход. Дорогие близнецы, похоже, что у вас есть реальный шанс оказаться победителем, несмотря на то, что прошлое повлияло на вас некоторым образом. У вас Джастис перевернутый, и суд перевернутый, и Верховный суд перевернутый, оба перевернутые. Что-то было не в вашу пользу. Может быть, вы потеряли некоторую веру, может быть, даже в людей или в правосудие. Что-то вы потеряли, такое, как что-то вы думали серьезное, а оно на самом деле оказалось не очень серьезным. Но у вас есть абсолютно четкий шанс, который вы должны постараться не упустить в этом месяце. И он будет связан с людьми из вашего прошлого, может быть. Может быть, с какими-то вашими собственными талантами из прошлого. Может быть, вы возобновите какое-то дело, которое вы начали в прошлом. Не в недалеком, а в довольно-таки далеком. Может быть, кто-то вам... Может быть, какая-то идея вам пришла из прошлого. То есть у вас есть реальный шанс воплотить эту идею и поделиться ею с людьми, и она имеет хороший шанс на успех, потому что ситуация такая, что складывается ваш окончательный вариант, окончательная карта показывает серьезную победу и возможность даже людей, которые следуют за вами, поддержка всех людей, и все радуются за вас в самом деле. Потому что в данный момент вы, может быть, сомневаетесь, основываясь на своем прошлом опыте недавнем. Может быть, вы в чем-то сомневаетесь и боитесь принять это решение. Но если вы зависнете слишком долго, как вот здесь показывает повешенный, то вы можете упустить свой шанс, который реальный шанс, или денежный, или какой-то материальный, а что-то осуществить, потому что вам придется преодолеть какие-то препятствия, связанные с вот этой пятеркой мечей, которая в ближайшем будущем стоит у вас. Но я думаю, вы уже знаете, у вас есть опасения, что кто-то, может быть, вам вставляет палки в колеса, но вы, похоже, уже знаете, по луне перевернуто, для вас это тоже не тайна, кто этот человек и как с ним можно справиться. И, может быть, это кто-то был бывший ваш партнер или какой-то договор вы совершили, который не в вашу пользу, и вы знаете, как с ним сейчас разделаться, чтобы выйти победителем в этой ситуации. Почему я говорю договор или партнер? Потому что здесь тройка пентаклей перевернутая в окружающей среде. То есть, если бы она была в прямом положении, мы бы сказали, да, это ваши люди, это партнеры, которые окружают вас. В перевернутом она говорит, что они уже не ваши партнеры. Они уже вышли из вашего окружения. Или это люди, которые не на вашей стороне, не на одной команде с вами. Поэтому вот здесь пятерка мечей показывает, что в ближайшем будущем вам предстоит выяснять такие отношения, как бы с этими, может быть, людьми, с окружающими. Может быть, отстаивать какую-то свою точку зрения. И вам нужны очень, может быть, хитрые приемы, чтобы можно было обвести это, но с такой, с легальной стороны, потому что вы уже знаете, что если что-то делать не совсем правильно и не по закону, то получается не очень хороший результат, потому что у вас был урок в прошлом, что
суд свершается, и люди получают по заслугам, то есть вы это прекрасно знаете и будете стараться делать все правильно и полагаться на свои прошлые достоинства, прошлых людей, людей из своего ближайшего окружения, которым вы можете доверять и двигаться с ними вперед, и они вас, по всей видимости, будут поддерживать. То есть хороший месяц впереди. Я рада за вас, дорогие близнецы. Вы достойны этого. Всего вам доброго. С вами была Александра. До новых встреч. Пока-пока.